День государственного флага отметили в России. Масштабные гуляния развернулись и на набережной Дивногорска. Там прошел праздничный велопробег до Красноярской ГЭС и обратно. А также по городской традиции триколор подняли на скалы. Полотнище торжественно передали штурмовой группе альпинистов. Они под песни и аплодисменты гостей установили бело-синий-красный флаг на видном месте. Посмотреть на это действие собрались десятки дивногорцев. Сегодня празднование проходит в каждом уголке нашей Родины, нашей страны. Но вот такого, то, что происходит здесь сегодня у нас, та традиция, которая есть в этом самом красивом месте нашей любимой страны, с вознесением флага России вот на левый берег Енисея, это традиция замечательная. Эта традиция существует не один десяток лет. Ее инициировали молодые строители города и Красноярская ГЭС. Впервые флаг на скалах установили весной 1958 года. Это приурочили к майским праздникам, но в начале 90-х про обычаи стали забывать, а в 2001 году традицию возродили. И с тех пор полотнище, установленное на левобережных скалах напротив Дивногорска, меняют ежегодно. Любой праздник, его формирует традиции. И уже сегодня это слово неоднократно здесь звучало, но это замечательно, что такая есть отличная традиция в городе Дивногорске. Вообще история нашей страны, она непрерывно связана с преодолением трудностей. И вот тут, мне кажется, символично, что сейчас тоже такое преодоление, чтобы подняться на эту гору. Честно, я вообще не представляю, как это возможно. Поэтому предлагаю поддержать наших героев.